Когда-то людей, говорящих о конце света, сажали в психушку или высмеивали. Или все сразу. Их никто не принимал всерьез. А может, стоило. Но я забегаю вперед. Лучше я начну сначала. С похищения Дезмонда Майлса, моего сына. У него не было ни амбиций, ни планов на будущее. Зато было наследие, которое он отверг. И чуть не поплатился жизнью. Его посадили под замок. Они думали, он сможет найти для них одну вещь. Яблоко. Один из артефактов, что мы звали частицами Эдема. Остатки древних технологий, разбросанных по земле. Тайные, явные, всегда опасные. Большую часть собрали те, кто похитил Дезмонда. Для всего мира Абстерго Индастрис. Для нас тамплиеры. Вечные враги. Мы сражаемся тысячи лет. Дольше, если рассказы об их происхождении правда. Да, так и есть. Я видел все сам. В этом прелесть и ужас Анимуса. Это устройство позволяет нам переживать судьбы наших предков. В его силах изменить все. Показать историю, подлинную историю. До его создания победителю досталось главное – правда. Но мы это исправим. Освободим тела и души. Но в наших силах немногое. Тамплиеры держат верх в наши дни. Но близится нечто большее, чем ассасины и тамплиеры. Больше всех нас. Если мы не сможем остановить его, этот месяц станет последним. Последним для всех. В конечном счете все сводится к нему. К Дезмонду. Анимус открыл ему его наследие. Дезмонд увидел, как жили его предки, открыл их секреты. Он тренировался. Каждый предок в считанные дни передавал ему опыт, копившийся много лет. У нас вышло. Вероятно. Надеемся. Скоро мы будем знать. Зловещая дата близится. 21 декабря 2012-го. Никто не знает, что она принесет. Лишь то, где нам надлежит быть. В этот день. Они направляли нас. Своим извращенным способом. Голоса первой цивилизации. Голоса предтеч. Расы предтеч, чья сила безмерна, а цели неизвестны. Это они создали частицы Эдема. Вот куда его привели. А с ним и нас. Он стоит у входа в давно покинутое место. А с ним знания Альтаира и способности Эцио. В его руке яблоко Эдема. А мы стоим рядом, готовые помочь, если сможем. Его имя – Дезмонд Майлс. И он привел нас к концу. Мы здесь. Идем. Thank you.
тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Сын? Сэр? Ну вот опять. Дезмонд? Слышишь нас? Ага. Что случилось? Храм снова вызвал просачивание. У тебя случилось что-то вроде припадка. И ты засунул меня в анимус вместо того, чтобы, не знаю, проверить, все ли в порядке? Никакой опасности не было. К тому же храм, похоже, говорил с тобой. Я не хотел рисковать и разрывать вашу связь, пока мы не узнаем, чего он хочет. Ага, конечно. Сынок. Ничего, понимаю. И я знаю, что ищу. Кстати, это ключ. Правда, где он, я не знаю. Может, затем она меня и просочила. Она? Юнона. Она говорит со мной. Хорошо, Дезмонд. Пока ты был в Константинополе, мы обновили прошивку анимуса. Я проведу пару тестов, проверю, нет ли серьезных ошибок. Уровень синхронизации в норме. Можно простроить мир. Пора понять, чего хочет храм. Сэр? Сэр? Все в порядке, сэр? Да, да. Просто задумался, вот и все. Не забудьте приглашение. Мастер Бёрч ждет вас внутри. Благодарю. Где вас забрать, когда вы закончите? Перед театром. И не тяните. Я не собираюсь ждать. Я мигом приеду.
Приглашение, сэр. Взять у вас плащ, сэр. Дамы и господа, будьте так любезны занять свои места. Добрый вечер, сэр. Сюда, пожалуйста. Извините. Здравствуйте, Хайтем. Реджинальд. Скажу вам без утайки, я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Да, еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? Он устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Я уже нашел. Is but written that we should protect and encourage cheats, since we live by them. Sir, Black Maul, that sick word of trial, comes on in the afternoon, and she hopes you. Прошу прощения. Извините. У меня поджилки трясутся. А ты хлебни для храбрости, да и все. But all the way. But it's a pleasure to be the messenger of comfort to famous. But it is now high time to look about me for a. Джереми сегодня просто в ударе. Он чудо. By whom one can get nothing till he's hanged. A register of the gang. Crook-fingered Jack. A year and a half in the service. Let me see how much the stock owes to his industry. One. Хейтем, лучше бы вы пришли ко мне, мы бы нашли другой способ. Да, но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне.
втором балконе! Помощь! Скорее! Сюда! Спокойно! Вот он! Вот он! Вот он! Хватай его! Я тут ни при чем! Обыщите его! Балкона. Прочь! Прочь! Что? Глупец! Куда вы идете? На улицу! Мне плохо! Я поищу здесь, мне а нужно? Ты внизу! Однако, найдешь кого-нибудь, кричи! И как вам опера, сэр? Довольно скучно. Тогда поедем? Да. На Флит энд Брайт. Как прикажете. Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ. И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Понятно. Тех, кто правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знание, или оружие, или нечто новое, неведомо для чего предназначенное. Что угодно из этого, или ничего. Эти предтечи по-прежнему загадка. Но я уверен, что бы ни скрывали эти двери, оно пойдет во благо нам всем. Или нашим врагам, успея не раньше. Вряд ли, благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон. Здравствуйте. Точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения, если б я мог рассчитать точнее. Ничего, для начала сгодится. Поэтому мы и позвали вас, Кенуэй. Вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного меня мало. Конечно. Здесь имена 5 человек, сочувствующих нашему делу. Каждый одарен уникальными способностями. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Я знал, на вас можно положиться. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. Вперед, Хейтем, и прославьте нас всех. Мне не помешает пройтись. Доброе утро. Здравствуйте. Позвольте вопрос. Вы судовой врач или просто пассажир корабля? И то, и другое. Меня нанял Королевский флот изучать болезни моряков. Так что я буду наблюдать экипаж. В открытом море матросы болеют куда реже, чем люди вообще. Хотелось бы узнать, почему. Надеюсь, вас ждет успех в этих изысканиях. Я тоже. Благодарю вас. Капитан?
Мистер Кенвей. Спасибо, что взяли меня на борт. Прошу прощения, если вам доставили какие-то неудобства. Неудобства, мягко сказано. Прошу прощения. Из-за вашей прихоти мой корабль задержали в порту на 2 дня. Я потерял несколько контрактов. Я не знал. Еще бы. Все вы знать одинаковы. И все будет как надо. Ты уверен? Еще бы. Я когда-то подводил тебя? Нет, но кое-кто беспокоится. Просто доверься мне. Вот увидишь. Так-так. Наш почетный гость почтил нас своим присутствием. Вернулись бы вы в каюту. Фиалкам на верхней палубе не место. Согласен. Но вы-то здесь. Чё, шутником себя считаешь, да? А как тебе такая шутка? Довольно, Грейвс. Не суйся. Гляньте-ка! Влез сюда и думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Парни, угомонитесь. Если капитан увидит... Дьяволу капитана! И тебя, Мил, заодно! Ты сам-то за кого? Я готов еще раз, если что. Это неразумно. Чё? Я тебя не боюсь. Нет. И очень зря. Сдаетесь? Нет! Как тебе такой расклад? Что здесь происходит? Капитан. Я жду объяснения, мистер Кенвей. Эти глупцы, мы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то, чтобы вы развлекались, черт возьми. На 2 слова, мистер Кенвей. Да, чуть не забыл. Возьмите ваш нож. Вы мне не нравитесь, мистер Кенвей. От вас на борту одни проблемы. В ваших проблемах повинен отнюдь не я. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий. И команда вас не уважает. Эй, я не ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Да, вот как. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Да, вот сюрприз. Я не доверяю никому. Так что приходится просить вас. С чего мне вам помогать? С того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Ну, что скажете? Если это правда, разве у меня есть выбор? Спасибо. Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять... Я лично отрежу вам голову. Вам ясно? Прекрасно. До свидания. Мистер Кенвей. Капитан. Что бы они ни затевали, это случится скоро. Значит, пора за дело. У меня есть к вам пара вопросов. Славно, но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает.
Здорово вы наваляли Грейсу и Квиллу. Пришлось. Ага. Оба упрямцы. Да что же это я? Льюис Миллс, к вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Так что, мне стоит опасаться их? Думаю, они усвоили урок. Обычно они так на рожон не лезут. Но последние пару раз нам пришлось... туго. Да? Капитан стал экономить, порцию урезал, жалование тоже, груз стал брать опасный. Команда недовольна. Есть повод для беспокойства? Я стараюсь, чтобы не было. Но капитан должен лучше обращаться с людьми. Да и да еще часа два, не меньше. Там в бочонке галеты, кому надо. Вообще-то у меня к вам вопрос. В чем дело? Никто из матросов не ведет себя странно. Не говорит ничего необычного. Парни, знай, жалуются на собачьи харчи, будто это моя вина. Больше я ничего не слыхал. Мой совет — найдите Джеймса. Он всегда держит ухо востро. А где его найти? Да прямо у вас за спиной, сидит на бочонке. Вы Джеймс? Ага. Хейтем Кенуэй, к вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте. Так что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Милл старается их успокоить, но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Добрый вечер. Как дела? Тихо все, как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись, размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? Забавно. Да. Забавно. Есть новости? Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Живо на шканцы! Готовьте... Эй, береги головы! Это сигнал! Нас хотят не потопить, а захватить! К пушкам! Готовьтесь к бою! А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь! Вы умеете брать рифы?
заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Задраить люки! Эй, Тэм. Вы были наверху? Нас собираются брать на абордаж. Странно, почему бунтовщики молчат? В этом нет смысла. Отчего же? То есть... Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили Боппери? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? Так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. Уверены, что вы этого хотите? Я велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал. Только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль? Бунта не было. Это все он. Что им нужно? Я. Так пусть забирают. Думаете? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно, ладно. Надо закрепить шкоты! Я говорил, это безумие! Успокойтесь! Я разберусь с парусом! Скорость! Отдать паруса! Хейтем, вы на фок-мачту! Джеймс, на грот-мачту, живо!
долго не продержусь! Спасибо, спасибо! Готовьтесь причаливать, парни! Причаливать? Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки кричат, все ясно! Поднимитесь на Марс и убедитесь! Мистер Кенуэй! Мистер Кенуэй! Да? Чем могу служить? Чарльз Лисар, к вашим услугам и очень рад. Я покажу вам город и помогу устроиться. Не нужно, я договорился. Багаж доставят в гостиницу. Скажите, вы сын Джона и Изабеллы? Он самый. И служите под началом Эдварда Брэдека? Да, но он еще в Европе, и я решил, что могу... То есть... Только пока его нет. Я думал... Ну, что именно? Простите, сэр. Я надеялся, сэр, что смогу учиться у вас. Я хочу служить ордену и не могу представить наставника лучше. Проклятие! Благодарю. Но вы меня переоцениваете. Как можно, сэр? Вон! Сюда! Хватайте его! Бостон – весьма оживленный город. Здесь много на что стоит взглянуть. Как устроитесь, непременно прогуляйтесь по улицам. Кто знает, что вам удастся обнаружить. Минуту. Для начала нужно добыть кое-что. А я пока найду лошадей. Чёртовы мерзавцы! Этот проклятый город меня в гроб вгонит! Вы расстроены, друг? Признаться, да. И весьма сильно. В чем дело? Меня ограбили. Такая потеря. Хотя я сумел вернуть свое, боюсь, все испорчено. Ваша книга?
Не просто книга. Это альманах. Первый, что я написал. Бенджамин Франклин, к вашим услугам. Хейтон Кенуэй. Вы недавно в Бостоне? Как вы узнали? Вы слишком порядочны. Помогать такой развалине, как я? Я... Не сочтите за труд, сэр. Вы человек молодой. Если вы найдете все пропавшие страницы, я вас награжу. Слушайте, я не знаю. Ничего, ничего. Найдется время прекрасно. Нет? Так и бог с ним. В таком виде он все равно бесполезен. Но если удастся отыскать все, ищите меня вон в той лавочке. Видите ее? Да. Любопытно. Известие из Франции. Умер барон де Монтескье. Его труды... Мы едем в Зеленый Дракон. Владельцы чудаки, но они не любопытные. Да и комнаты достаточно хороши. Вам сказали, зачем я приехал в Бостон? Нет. Мастер Бёрч сказал, вы скажете сами, что сочтете нужным. Дал мне список имен и велел разыскать для вас этих людей. И вы кого-нибудь нашли? Да. Уильям Джонсон ждет нас в Зеленом Драконе. Вы его знаете? Не близко. Но он увидел знак ордена и пришел, не колеблясь. Докажите свою верность, и, возможно, все узнаете. Я буду счастлив, сэр.